Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Я тут надумал новую рубрику завести внутри роликов канала. В конце каждого ролика я по возможности буду подавать какую-то фразу, как резюме происходящего. Постараюсь, чтобы она, кроме всего прочего, была смешной, но не уверен, что так получится делать всегда. Назовем эти фразочки «хунтики». Что скажете? В конце этого ролика попробуем. А пока про происходящее. 16 ноября 2015 года медийный монстр Бени Коломойского канал Г+Г запустил проект по созданию собственного карманного президента Украины. Студия «Квартал 95» на деньги Коломойского сняла сериал «Слуга народа» с официальным слоганом «История следующего президента». Вот тут бы нам тогда всем насторожиться, но хрен тут плавал. Сериал снят прям по всем чаяниям простого народа. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл. А еще чтоб стал лесом МВФ, когда удобно, и периодически пролежал ряды народных избранников в Верховной Раде из чего-нибудь автоматического. Ну как в такого не влюбиться? Нам надо понять одно. Телевизор покупают за космические суммы не только ради прибыли. Телевизор нужен как мощнейший инструмент влияния на самый широкий спектр избирателей, начиная от бабульки в селе, где это вообще единственный источник развлекухи, и заканчивая столичным офисным работником, который включает себе ТВ-бубнилку под ужин. По итогу мы приобрели себе запланированного и профинансированного президента и ручное монобольшинство в Раде. Да, по указке Бени. Все, как он рассчитывал. Одним махом парламентаризм стал погрешностью, которой можно пренебречь. И политические договорники, по сути, свелись к тому, что Беня дергал за веревочки, а Вова поднимал ручки и ножки. Суммарно, национализация Приватбанка, ободранного Коломойским, обошлась им примерно в 200 миллиардов гривен. И за прошедшие после национализации годы Украина не покрыла и четвертую часть своих затрат. Сегодняшняя власть, очевидно, не будет делать никаких резких шагов в сторону Коломойского, потому что не может. Веревочки управления президентом совершенно не случайно оказались в нужных руках. Телевизор Бени сделал Вову кумиром миллионов, и телевизор может его опустить обратно к игре протезом на пианино. А еще может усадить за решетку на много лет. И Вова прекрасно это понимает. Вот эта простая развилка и руководить теперь действиями наинурезнейшего. Сдобулы, короче. Украина при Зеленском становится уже даже не сырьевым придатком, а какой-то Сомали. Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Белоруссии. Подготовительная работа на этот счет уже начата. На 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Белоруссией. Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК «Укрэнерго». И пофиг, что там батька сатрап. И что Европа на режим Лукашенко смотрит косо и сквозь. И пофиг, что своя генерация при этом укладывается в молчаливые штабеля ненужных никому мощностей. Электричество не газ из Уренгоя. Электричество мы можем вырабатывать сами для себя и на продажу останется. Поэтому не развивать, а забивать всю отрасль просто для того, чтобы покупать электричество у врага. Вот это уже преступление. Вице-спикер Госдумы РФ при этом заявил, что Украина – это часть России, и скоро в этом все убедятся. По его мнению, наша страна близка к краху экономики, а когда Украина станет частью РФ, половина украинцев будет бежать за натовскими самолетами, как маджахеты в Афганистане. Еще пару лет правления молодой и перспективной Z-команды, и я в это поверю. Ну, потому что такой вариант не исключен вообще. Как видим, Зеленский под дудку бабушки делает все, чтобы экономика Украины массово и активно шла к обещанному из России краху. Электроэнергия из Беларуси, яйца из Беларуси, может, пусть уже Лукашенко нами правит? А, Вован? Ну, напрямую. Зачем нам посредник в виде тебя? В красной зоне карантина уже 5 областей. В Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях действуют самые жесткие ограничения. В Минздраве говорят, что если люди не будут вакцинироваться, то этот список точно увеличится. Товарищ санитайзер, у меня для вас плохие новости. Список увеличится в любом случае, потому что вакцинация в разгар эпидемии теряет в своей эффективности. Да, она все равно полезна, но люди заражаются, не успев выработать иммунитет. Они продолжают ходить без масок, ездить без масок, и чхать они хотели на ваши пугалки. Они пошли прививаться только потому, что вы их поувольнять пообещали и урезать им свободу передвижения.
Не мешало бы научиться разговаривать с людьми и пояснять, чего вы вообще от них хотите и почему, с аргументами. А тем временем в Херсоне без сертификата вакцинации уже не войти в ТЦ или гипермаркеты. Полиция сортирует на входе. Ну что ж, посмотрим, чем закончится этот социальный эксперимент. Пенс предупреждал о массовой и принудительной вакцинации. Но тогда ему сказали, что он дурак. Я помню, да. А толку? Мэр Киева Виталий Кличко собирается снова вернуть в городе систему районных советов, потому как централизация власти в таком большом городе оказалась неэффективной. Люди на местах лучше разбираются в проблемах своего района и эффективнее эти проблемы решают. Ну и с политической точки зрения это сейчас правильное решение, стратегически верное. Так Виталия будет сложно сковырнуть с должности главы КМДА, чем завзято сейчас занимается закоманда. Ну а как же бюджет Киева и имени Пилиной? Непорядочек-с. С 21 октября полиция начнет избирательно проверять перевозчиков. Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин, комментируя вступление в силу новых карантинных правил. По его словам, с 21 числа ездить между областями можно будет только тем, кто имеет паспорт вакцинации, одну вакцину или ПЦР-тест. Также в городах начнут работать мобильные группы, которые будут проверять масочный режим в метро и других видах общественного транспорта. Кто там скучал за крепкой рукой и прочным жизненным стержнем в? Ваше время настало. Обменять Медведчука на украинских узников Кремля? Такой вариант не исключает президент Украины Владимир Зеленский. Однако есть условия. Этого должна захотеть Россия и подтвердить, что у него есть российское гражданство. Блазень, временно исполняющий роль президента, отметил, что в случае выполнения Россией таких условий Украина с радостью рассмотрела бы возможность такого обмена. Уверенно забив левосторонний болт на украинское законодательство оптом, президент уважительно раскланялся перед законодательством российским. Мы все не любим Медведчука, но понимаете, какая ситуация получается? Сегодня без его согласия и вопреки закону обменяют Медведчука, а завтра в Сибирь эшелон поедет с вашей семьей, вашими друзьяками и вами в том числе. Просто потому, что так захотел величайший лидер современности. Законодательство России-то подтверждает? Не видите связи? Рабинович утверждает, что себестоимость продукции украинских предприятий при закупке нынешнего дорогого газа вырастет, и она будет неконкурентоспособной. Нардеп напоминает, как еще недавно Шмыгаль Свитренко говорили, в хранилищах много газа, закрома полные, а по факту дешевого газа в стране нет. И вот рассказчик анекдотов в виде Рабиновича задается вопросом, где власть собирается брать газ? Где-где? В Рифмее. Там, откуда звонили Верстюку. Ну, или в России, прямыми закупками, как в старые добрые времена. К этому шло, и вот пришло. А секретарь РНБО Данилов, подбивая итоги пятничного заседания координационного органа, заявил, что в случае необходимости государство самостоятельно будет устанавливать цены на газ, имея все необходимые рычаги. Он также добавил, что на данный момент возник вопрос с углем, и этот вопрос на контроле у РНБО. Вопрос с углем явно адресован Ренату Леонидовичу, чтоб тот не вздумал чего-то этакое учудить во время отопительного сезона. Не помните, что там сейчас в Венесуэле? Туалетная бумага уже появилась или исчезла окончательно за ненадобностью? Что, вы тоже хотели хороших новостей, да? Не получается. Зато получается вставить в конец ролика хунтика. Ловите. Правительство отметило резкое падение доходов населения. Отмечали в узком кругу. К столу подавали Дом Периньон и нормандских устриц. Бережіть себе, ставте вподобайки та підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.